Я уже пробовала, вкусно. Вот приехали, говорю. Пришли мы на свои кустики. Кто помнит, у нас одно из первых видео на нашем канале, как мы кушаем голубику. Вот мы кушаем, кстати, вот с этих кустов. Вот это как раз сорт Early Blue. Вот они, два кустика. Вот такая ягодка у нас здесь. Такая вот хорошая ягодка, крупненькая. Вот здесь еще покажи. Сантиметра два, наверное. Смотри, какая прелесть. Внутрянки тут. Да. В этом году урожая чуть поменьше. Зато восстанавливаются кусты. Да, килограмм здесь, конечно, 5 не будет, но вот еще тоже вот она, видишь? Аташ. Угу. Ветки видишь? Не папа, а где первая ягода была? Да, вот хлорос. Конкретно азота хлорос, не хватает. Да. Папа, да. Где первые ягоды были? Первые ягоды были здесь. Смотри, муравьишки, засранцы, а? Что они делают? Жрут. Конкурируют. Птичка, похоже, подкусила, и они жрут. Тоже сорву себе три кусочки. А, не только на то, что птица похвала. Такая, видите, ягодка у нас красивая какая. Ты вообще зеленую сорвала. Похоже, тебя это не смущает. Не смущает? Угу. Не зря я вот это не срывала, папа. Сфотографирую вот эту красоту. На видео. Размер, вы видите какой? Да, видим. Это здесь 2,5-3 сантиметра. Ну, 3-то нету, 2 точно. Покажи. Ой, сыпется. Я эту гронку не буду срывать. Да, ты снимешь. Кто-нибудь другой сорвет. Снимешь, придешь, сантиметровой лентой ее. О, зеленую сорвал. Покажи. Мам, вот. О, большой. Это же единичные ягодки. Я послышалась, или ты сказал черничные ягодки? Единичные, говорю, ягодки. Ну, то есть их не так много. Я палка. Ладно, надо, наверное, мне фотографии поделать. То я сейчас видео снимаю, все. Вот такая вот. Вкусная ягодка очень. Собака тоже что-то ест. Собака тоже что-то ест, да. Сфотографирую вот так отсюда, с этого ракурса. Вот отсюда. Нет, Саша. У нас собака. Отсюда. Вот где я стою. Вот оттуда, чтобы вот этот объем весь был виден. Сейчас. Как дела, сынок? Вкусно? Тебе было 4 годика, когда мы тут посадили первую ягоду. Да, 4 годика было. Сейчас тебе уже много годиков. Так, собака, не ходи по брусу. Так, Люха. Вот такие сорняки у нас еще торчат. Каратик. Как дела, каратик? Морда, нос, носяра. Мам, смотри. Мам, это вот это. Наташа, а где у нас здесь дюк? Там. Покажи. Поэтому ряду с правой стороны. Он же должен уже тоже давать урожай. Да. А не дает, да? Нет. Вот этот? А, с правой стороны? Прямо до конца. С правой стороны первый, второй. О, вот! Папа, нет, это не дюк. Что это? Он сказал, первый, второй куст, это вот. А вот они только начали. Вот дюк только начал еще. Первую ягодку давать. Вот она. Первая. Большие. Да, тоже крупная ягодка. Сладенько. Ой, вкусно. Я уже живот спал. Да? Что-то объелся уже, что ли? 3 ягоды съел и объелся? 4? Вот это, да? Вот первые два куста здесь. Я понял. Его
Вот этот ранний, Шантеклер должен быть. Шантеклер, вот он, смотри. Вот тоже уже темнеет. Мам, смотри. Пошел процесс. А это вообще поздний. А он уже начал, ну... Шантеклер. Не рановато еще. А ты что тут ешь? Это что, река? Да. А там было орлеблю, точно. Вот река, пожалуйста. Больше всего понравилось. Вот они, ягодки. Пап, смотри, нагинаются в земле. Вкусненькие, нагибаются. Угу. Я вот так вот тебя положу. Так, река какая. Так, саранча набросились. Саранча? Гроночка. Да. О, красивая фотография. Папа, была. А это что торчит, пап? Это торчит. Муравей. Застрял. Какая-то палка. Так, ладно, сейчас я еще вот съем пару ягодок и потом буду фотографировать. Вот. Кстати, кому интересно, у нас есть обучающий курс по выращиванию голубики садовой высокорослой. Ты снимаешь, пап? Да, я снимаю, рассказываю о курсе. Обучающий курс длительностью 2 месяца. Мы рассказываем о своих наработках, делимся своим опытом выращивания ягоды. В Краснодарском крае. В Краснодарском крае, да. У нас, конечно, есть партнеры, клиенты из других регионов. Мы можем об их опыте рассказывать, вот так как они с нами делятся. Но наш опыт непосредственно – это опыт краснодарский. По Краснодару мы можем рассказать, вот зеленую ягоду сорвал. Это получается. Что, не совсем спелая, но она такая не кислая. Божья коровка. Да, ее. Что он здесь делает? Посмотри. Наверное, тлю кушает. А что, вот, поэтому, кому интересно, милости просим. У нас на канале, там где-нибудь обязательно найдете ссылку на наш курс. Приходите, покажем, расскажем, поделимся. Ну, коротко. Своим опытом. Что? Мам, он топчет бруснику. Гора. Хомяк. Ну ладно, все, снимаю, делаю фото. Очень вкусно. Давайте. Так, а здесь у нас будет посажена клюковка. Вот, я ранее уже говорил. Вот таким вот образом. Мы ее тоже посадим сюда. Видите, топчет. Вот, и потом все тут она затянет, и будет красота. Здесь такая же будет история. Клюковка будет. И красиво, и вкусно. Все, всем пока. А вот там у нас плантация, кстати, да. Сейчас мы закладываем, скоро уже высадим кусты. Там будет порядка. Порядка будет... 30 или 50 сортов ты хочешь посадить? Хочешь, карпи? 50 сортов будет разных. Вот там, там. На 20 сотках земли. Мам, хочешь карпи покажу? Все.